Подожди, дай мне сейчас договорим. Ну, как бы там мне позвонил, мне отзвонился Слава, это уже 8 расскажу. Ну, садись, что? А я пойду, ну, что, на диван. Садись. Не-не-не, это я уже говорил. Да? Да-да-да, у него же такие вопросы. Он, понимаешь, он хочет себя невероятно сексуального деструктора. Поэтому... Сексуальный деструктор, это, конечно. Да, поэтому, значит, постоянно все должны... восхищаться, думать, ой, какой же Мигачев, невероятно, невероятно энергичный. У Хожановского поучись. Кстати, я слышал, приехал, вот у него еще надо взять. Что, я не обеспечиваю пары связи, или я женатый человек. Ты понял, о чем будет речь, скажи? Нет, абсолютно не понял, но... Ну, я пугался уже, напугался. По обрывкам речи понял, что вы что-то про государственные какие-то проблемы говорите. Да, про государственные проблемы такая. Ответь, пожалуйста, на вопрос, как только я поймаю тебя в фокус, извини, я не давай. Пока я тебя ловлю, ты можешь думать. Вопрос очень простой. Скажи, пожалуйста, нужны таблетки против секса? Слушай, ну мы этот вопрос, безусловно, обсуждали уже. С кем? Ну, со многими, потому что твоя идея уже, мне кажется, известна всей Москве, и дискуссия по этому поводу ведется. Герман, вот не знал. Слушай, ну, да, конечно, нужны. Вот я сейчас, правда, не пью 2 недели, и у меня какие-то сейчас, вот, например, вот в этот конкретный момент есть сомнения по этому поводу. Но пока я бухал, то у меня было точное ощущение, что, безусловно, нужны, конечно. Да? Да, да, да. Чтобы вообще как-то на чем-то одном сосредоточиться и не беспокоиться. Это ерунда. Знаешь, многие кинематографисты, подумав, спрашивают меня следующее, а они с алкоголем совместимы или нет? Вот эти говорят, они нужны только в том случае, если ты вот выпил, сразу закинулся. Все совместимо. Ты знал, что они не накосорезить ничего. То есть, в общем, из режиссеров одна Меликян против таблеток. Против, да? Да, все остальные вроде за. Все за, да. Да? Да? А ты-то от нее слышал? Нет, я от Вани Лебедева слышал, и там целые дискуссии велись у него на кухне. Как ты думаешь, вот мы занимаемся обществом, так или иначе, мы там пишем кино или ставим что-то в театре, мы так или иначе говорим про общество. Насколько сильно меняется общество, и в какую сторону оно будет меняться в ближайшие, ну, на наших глазах, хотя бы там, не знаю, сколько-то десятков лет мы еще протянем. И что мы увидим? Ведь мы за то время, что мы живем, увидели, как общество изменилось кардинально. Оно изменилось в социальном смысле, оно изменилось в технологическом смысле. Из социализма оно пришло в капитализм или куда-то, я не знаю куда. Из времен эбонитовых трубок и 2-копеечных телефонных аппаратов вот в эту технику. То есть мы увидели, как общество изменилось дважды. По 2 параметрам очень сильно. И я думаю, что это изменение было принципиально. Мы другие, чем были 40 лет назад. Ну, послушай, Максим, привет сейчас. Да, правильно, так и сделал. Послушай, ну все, что ты сейчас рассказал, ты рассказывал про изменения в обратную сторону, то есть назад. И я точно абсолютно не буду комментировать, потому что все, что, ну, как бы, все, что мы говорим про свое время или про будущее, это всегда полная ахинея. Мы можем на самом деле обсуждать только, ну, как бы, десятилетия в минус. Это разговор сине-зеленых водорослей, которые боялись возникновения кислорода на Земле. Ну и что? Ну, поменяемся мы. Значит, мы какими-то другими будем. Я не уверен, что мы будем, ну, там, что мы сейчас лучше или хуже. Ну, по крайней мере, ты не отрицаешь, что мы будем другими. Да может будем, может быть не будем, но я как-то этого совершенно не боюсь. Точно так же, как китайского господства все начинают бояться, а я его, например, не боюсь, потому что, ну, думаю, что это, ну, какое-то развитие истории, которая там, ну, сметет всех, и будут одни китайцы. Да и слава богу, если они сильнее, и, ну, как бы и сейчас нам, ну, как бы полезнее для Земли. Я буду очень рад. Хорошо, ты не боишься как интеллект. Как человек, все такие изменения всегда приходят большим жертвам. А вдруг ты окажешься жертвой, ты этого не боишься? Слушай, в этой революционной борьбе? Если честно тебе скажу, что сейчас нет, не боюсь, потому что я, честно говоря, так устал жить в тухляке, что, наверное, мне сейчас как-то, ну, даже, ну, какая-то вот эта вот... Огорелось все синим пламенем, в смысле? Огорелось все синим пламенем как-то поинтереснее, понимаешь? Ну, как-то сейчас кажется. Я понимаю, что как только это все настанет, я сразу подумаю о том, что вот в болоте было легко, приятно и тепло, и...
Но сейчас вот мне кажется, что прям вот, ну, это уже прям невозможно. У меня как раз абсолютно ощущение такого тухляка, вот, ну, какого-то глобального вокруг, а не бешеных изменений. То есть в результате ты, в общем, за таблетки. Идеологически, как человек, член общества, режиссер, чего там еще член были. Да. Ты за таблетки. За таблетки. Хорошо, спасибо.